Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. И сегодня хочу вам показать клубнику искушение. Их у нас всего 3 кустика. И были они посеяны из своих семян. То есть собрали в прошлом году семена с ягодки этого гибрида. И в этом году, в январе, посеяли. Выросли 3 таких вот кустика. Это на один, второй и третий. Ну и в принципе вот такие вот ягодки. Много зеленых. Такие вот крупные цветоносы. Очень прочные. Сам кустик достаточно компактный. И вот много у него очень таких вот крепких цветоносов. С той стороны покажу, какие у него ягоды. Такая вот, можно сказать, веточка с ягодами. И вот такие вот крупненькие ягоды у клубники искушения. Повторюсь, много зеленой. Такие вот кисти. И вот еще одна тоже соседняя клубничка. А вот это вот искушение. Вот они такие вот ягодки. Сейчас похолодало у нас, поэтому они не такие крупные. И дожди у нас идут. Сейчас уже сентябрь месяц. Там, конечно, уже она не успеет выспеть. Но на следующий год она перезимует, так как это земляника садовая. Она у нас хорошо переносит сибирские наши морозы. Уже есть такой опыт, что кустики перезимуют. И на следующий год уже с мая месяца начнут цвести и активно плодоносить. Но главное, что вот выращивать данную клубнику, гибриды, можно даже из своих семян. То есть ягодки очень хорошие. В принципе, сохраняются все качества родительских растений. Этот кустик немножко поменьше цветет. Тоже вот такие вот крупные ягоды. Такие вот прочные, крепкие цветоносы. Ну, если бы, конечно, у нас было продолжалось лето, тогда бы все эти ягодки выспели. Но вот такой вот результат. И вот такая вот клубничка искушение. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.